По-прежнему впиваются в трип гитарные мои стальные пальцы. По-прежнему я жду, когда вы забудете танцы. По-прежнему я красным глазом взираю на происходящее и хочу, чтобы всех тут плющило по-настоящему. Порою это не случается, и тогда я иду конкретно к вам, дамы и господа. Своими стальными ладонями сжимаю ваши хрупкие кости. Я киплю от злости, когда вижу, что Наташа и Кости. Когда Наташа и Петя, и Маша, и Коля, они ничего не жарят в рок-н-ролле. Я наблюдаю за их милыми лицами, они не могут колбаситься. И тогда сразу я вызываю из будущего полицию. Они прибывают такие же стальные, как и я, и наказывают тех из вас, дорогие друзья, кто сегодня очень плохо себя вел, кто забил на то, что такое истинный рок-н-ролл. И мешком под стол мы хотели, когда выдали первую серию этого блокбастера. Но сейчас мы дадим фору даже Касте, блин. Сейчас мы исполним реальную рыбчину. Да, это металлическая песня, есть причина для того, чтобы зарубить в ней на гитаре. И сейчас я так и сделаю, сейчас я конкретно захуярю. Друзья, вы готовы к этому? Мы вернемся еще. Итак, обратный отсчет. I'll be back, запомни, шуга, этот трек, я еще не раз вернусь к тебе в твоих кошмарах, как всегда, наперевес гитарой. I'll be back, запомни, шуга, этот трек, я еще не раз вернусь к тебе в твоих кошмарах, как всегда, наперевес гитарой. 80-х ничего не могло бы показаться вздорнее, чем то, что Арни будет губернатором Калифорнии. А вот сейчас он уважаемый и респектабельный. И вы знаете, мне кажется, это правильно. Ведь он пришел из будущего, и в будущее должен был вернуться. Теперь он достойно выполняет свои функции. Это так же круто, как то, что у них президент Барак Обама. Короче, ребята, сейчас будет конкретная реклама. В пятом Терминаторе я снимаюсь в главной роли. Это вообще было мне пиздец по приколу. Миллиардные гонорары, и я стал суперстаром. Ну, то есть суперзвездой, и все такое, подарок для моих слушателей этот финальный саундтрек. И я надеюсь, что вы протащитесь, каждый человек, без исключения, об этом гребаном зале. Ну-ка подпили, руки в воздух подняли. I'll be back, запомни, сука, этот трек, я еще не раз вернусь к тебе в твоих кошмарах, как всегда. Запомни, сука, этот трек, я еще не раз вернусь к тебе в твоих кошмарах, как всегда, наперевес гитарой. Hasta la vista, baby. Спасибо огромное всем, кто выдержал этот непростой и длинный музыкальный марафон. Мы не устаем восхищаться вами. Я помню, мы как-то с ребятами пару лет назад поехали в Киев на концерт Limp Bizkit. И там поняли, что, возможно, играть трехчасовые концерты — это немного жестоко. Потому что наконец-то посмотрели на это со стороны. Но это было давно, мы уже все забыли, и поэтому нам насрать. Мы любим вас. Спасибо. Маленькое объявление. 9 и 10 декабря в клубе «Милк», который находится на 1905 года, мы дадим два сногсшибательных и очень разных концерта. Это будет рэп-день и это будет рок-день. Всех этих отличных парней вы, естественно, там тоже сможете лицезреть. Мы раскопаем старые хиты, подготовим пару новых вещей. Ну и, в общем, нам будет чем вас удивить. До новых встреч, друзья! Спасибо большое! Peace.